На Церере нашли новые доказательства органической жизни. Большая часть органики на планете сконцентрирована на относительно небольших участках в ее северном полушарии. Ученые нашли на карликовой планете Церере в несколько раз больше органики, чем предполагали ранее, сообщает Naked Science. Органические молекулы и богатые запасы водяного льда были обнаружены в 2015 году на основе данных, полученных изучавшей Церере миссией Дон. Ученые отметили, что большая часть органики на планете сконцентрирована на относительно небольших участках в ее северном полушарии. Недавнее исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, предлагает альтернативный подход к учету органики на планете. Вместо использования земной органики команда сравнила показания спектрометра с поверхности Цереры с метеоритом. Мы считаем, что примерно 40-50% спектрального сигнала, наблюдаемого на Церере, объясняется органикой. Это большое отличие по сравнению с 10%, о которых сообщалось на основе земных органических соединений, прокомментировала новые результаты сотрудник Юго-Западного исследовательского института в Техасе Ханна Каплан. Обнаружение органического материала на Церере еще не дает возможности сделать какие-то определенные выводы. Например, на множестве астероидов и комет также есть органические соединения, но они не способны поддерживать жизнь. Ранее астрономы обнаружили следы океана на Церере. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.